Кроме новогодних гирлянд и шаров, на елке в кабинете главы города много снежинок. Уже второй год подряд здесь наряжают елку доброты. Доброты и радости ребятишкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Вот елочка появилась благодаря Союзу православных женщин, который возглавляет у нас Раиса Дмитриевна Кузнецова, и женсовета, который возглавляет у нас Ситкина Надежда Михайловна. На каждой снежинке детская мечта. В прошлом году их было 12, в этом уже 33. В роли волшебников выступают сотрудники администрации, предприниматели и просто неравнодушные горожане. Николай Горшенин заверил, все детские желания обязательно сбудутся. Вы знаете, приходят разные люди и с удовольствием принимают участие вот в этой елке. В елке доброты берут эти снежинки. 7 января будет елка доброты в ДК «Восходе», в ДК «Восход». И мы пригласим туда тех людей, которые купят эти вот подарки, эти желания для детей. И мы будем их вручать. А мечтают дети о разном. Среди желаний – куклы и машинки, инвалидные коляски и тренажеры для реабилитации после операций. Такие подарки требуют не только больших денег, но и правильного выбора. Мы здесь уже работаем индивидуально, обращаемся к тем людям, которые могут, купить это. И мы обязательно все вот те пожелания детей мы обязательно выполним. Наталья Васильева, Анжелика Барвинок. Новости Димитровграда.